Вторая часть нашей встречи начинается она с того, что я пожелал вам доброго здоровья, и я мыл на мойке машину, знакомый мойщик, и он говорит, ты там будешь на крещении купаться или нет? Я одно время регулярно это там делал, даже в газете там все это было, он там запомнил. Я говорю, да нет, у меня тут кое-какие проблемы, я это дело пропущу. То есть всегда, в любом случае, ориентируйтесь по своему самочувствию. Можете вы это сделать, не можете. Не надо вот найти вот, ага, все пошли, как моя мама говорила, вешаться, и ты вместе с ними. Чтоб такого не было. Вот, что там, и машина имеется, там и то, и все, и пятое, и десятое. И как-то я стал задумываться. Вот смотрите, для того, чтобы вот такую вот книжечку, не книжечку, а брошюру написать. Брошюра вышла в 1989 году. Для того, чтобы написать вот эту вот брошюрку, мне понадобилось где-то 7 лет. С 1982 года, с конца 82 года случились разные неприятные вещи в моей жизни, а можно даже так сказать, вещи судьбоносные, которые повернули меня с обыкновенного пути на путь тем, которым я сейчас занимаюсь и иду. И понадобилось вот 7 лет учебы, то есть собирания материала, учебы, практики, осмысление, ведение не просто на себе, а клуба «Бодрость», то есть людей там где-то человек 30, а то еще больше было, ходило. Для того, чтобы написать эту брошюрку, то есть 7 лет работы над собой, изучение, еще разок я повторяю, практики, осмысление и написание. И потом это все вылилось в какой-то такой конкретный продукт, который я издал 1000 экземпляров за свои средства. И дальше вот это вот пошло уже написание там книг и так далее и тому подобное. Кстати, не издательство, а типография, которая в родном Каменске мои книги за мои деньги напечатала, видя, что эти книги идут, сразу же напечатали тоже 1000 экземпляров и сами распространили. Вот так вот поступают с автором. Далее мои книги подцепились и стали издаваться в Старом Осколе. Вот такая вот книжечка только. Хопа! Была издана в Старом Осколе. Сейчас я вам скажу тираж, если есть. По-моему, 5000 экземпляров. Да, 5000 экземпляров мне провезли. Говорят, давай, распространяй. Значит, возьмешь свой гонорар и так далее. И одновременно же мне показали, потом через какое-то время, они издали еще 5000 только в белой и распространили сами. Ну, молодцы. Я сталкиваюсь вот с миром издателей и т.д. т.п. и просто-напросто, знаете, как-то восторгаюсь. Как можно зарабатывать на чужом труде? Легко и просто. Вот. Так, вот еще, знаете, «Целительные силы», том 1, это я уже, так сказать, переработал и так далее. И я как раз вот эту вот книжечку, заказ такой-то, каменская типография, 3 сентября 90-го года была издана эту книжечку. Кстати, тут какой тираж, ничего, что-то не указано. И эту книжечку я подарил своим родителям. То есть, что я написал? Моим родителям, Варваре Митрофановне и Петру Ивановичу Малаховым, с великой благодарностью и почтением, ваш сын Геннадий.
18.11.90 года. Родители, ну, как-то они, конечно, мать все говорила, мой королек, но как он проявится, так непонятно было. Ну, а отец говорил, я, говорит, что-то там не пойму, кто ты такой? Вот дед механик, я электрик. Ну, а ты кто такой? Ну, вот я занимался спортом, там, окончил институт физической культуры и спорта, как бы сказать. Вот, ну, так, профессия вроде как тренер-преподаватель. Ну, и в конце концов они все-таки увидели меня, своего сына, что их сын стал телеведущий на Первом канале. Это, конечно, для родителей большое, ну, большое счастье, что вот все-таки сын как-то состоялся, будем так говорить. Так, смотрим дальше. Потом все это дело расширялось. Вот такие вот книжки издавались. Это мои собственные рисунки. 91-й год, то есть после вот этой вот брошюрки началась активная, значит, работа по, сначала, видите, целительной силы вот такой, там тон был, а потом, видите, целительной силы, о, какой тон. Так, что тут, что тут и как, тут первые трех частях. Работала раньше книга почта, я рассылал все это дело, шло отлично. Сейчас эта почта... такие сборы за отправку книг берет, что просто это все становится как-то невыгодным. Очень-очень это. Значит, подписано в печать 10.11.91 года, Староскольская типография. Тираж уже 20 тысяч экземпляров. Первый том пошел, потом вот второй том. Глянем. Это уже 92-й год. Тираж, какой тут тираж? Тираж 50 тысяч экземпляров. Второй том. Далее, опять-таки, вот мои, как бы сказать, оформление книги. Кстати, вот Виктору Котлову будет интересно, как я оформлял свои книги. Я их, знаете, вот я любил делать книгу. И... первая книга, а может быть даже в 89-м я написал, а изданы они были в 90-м году. Значит, вот она, книжечка «Уринотерапия, древние методы толкования, практика», тут с моим штемпелем. Это на задней стороне обложки. Вот как я ее разукрасил там. То есть я хотел, чтобы были мои рисунки, мое оформление, вот это вот все. Вот, мое растолковывание, то есть, чтобы люди понимали и наглядно видели, что и как я тут делал. Даже тут я разве это самое. Что тут у нас такое? Три огня. В соответствии с активностью органов, когда лучше там принимать урину. То есть, все это, так сказать, разжевывалось. Вот он, смотрите, интересный рисуночек, который у меня остался. Далее мне, ну, так просто скажу. Далее мне, смотрите, принесли вот такую книжечку «Целительные силы Г.П. Малахов», какой-то год. Не, Тула Филин, 93-й год. Как-то все это было отпечатано мимо меня. То есть никаких договоров, ничего не было. А тираж уже... раз, два, три, четыре, пять, шесть. 100 тысяч экземпляров. Это какой год? Это год 93-й. То есть 93-й, 94-й, 95-й, если там увидите. Вот, вот такие вот дела пошли. Очищение организма, опять-таки, вот я сам оформил, написал. 93-й год. 93-й годик был. Интересно, типография СПБГУ. 5000 экземпляров. Печатал меня и «Очищение организма и здоровья». Печатал меня и это. Издательство «Советский спорт» в 93-м году. О, такая книжка. Может, у кого-нибудь есть? А сколько же они тираж бабахнули, интересно. Я раньше следил,
какой тираж, как-то это меня, знаете, советский спорт, издательство, оформление, иллюстрации. Тираж 100 тысяч экземпляров, если вы увидите. 100 тысяч экземпляров. Так, что это у нас? Книга вторая. Кстати, по питанию я сначала написал вот питание, пища, практика, инь-янь, доши, вкусы, отжиз. То есть принципы питания в соответствии с инь и янь. То есть все это было мной разобрано, насколько я мог все это дело для себя это все понять, изложить. Потом я это питание с учетом инь-янь убрал и оставил только с учетом жизненных принципов, посчитал, что это более работоспособный. Хотя и то работает. Ну, как бы сказать, вот индусскую больше. 91-й год, Малахов. Вот такие вот. Это что у нас? Час второе, питание и пища. То есть первый том был разбит. Это тоже 91-й год. Далее, что тут у нас идет? Целительные силы. Рисунки делал, все это. А это уже 93-й год. Значит, центр Гинеша. Перед тем, как стали 5000 экземпляров. То есть, вот смотрите, это ж не просто, я вам говорю, там 5000 экземпляров, вот столько-то экземпляров. Это ж приходилось мне распространять. Это совершенно иная работа, понимаете? Написать книгу, потом ее распространить самостоятельно. То есть, вот был такой толчок огромный с моей стороны. Не то, что я там написал и сказал, а, дальше вот она сама там пойдет. Ничего подобного, а. Надо было читать лекции, встречаться с людьми, заниматься в клубе оздоровлением, ездить в Ростов в клуб «Надежда», там, значит, встречаться, рассказывать. И вот от книги как-то начали идти. И я все думал, знаете, написать, как бы сказать, книгу, а я уже забыл. Называется «Здоровье ума и сознания». К сожалению, по-моему, здесь о побуждениях, наверное, ничего нету, но тем не менее. А смотрите, главный редактор, художник, издательство книготоргового центра «Книга-сервис» город Киев, издательского центра «Единорог» город Харьков, фирма «Капитал» город Харьков, фирма «Буквист» город Харьков. То есть везде издавались мои книги, и на Украине тоже. Хотя издательство это «Профпресс», Ростов-на-Дону, 98-й год. Так, «Профпресс», 98-й год. Ну, меня интересует как-то какой там тираж. Хотя тут можно посмотреть «Общее представление сознания человека», «Формирование человеческого сознания», «Проявление человеческого сознания», «Метод работы с собственным сознанием». Ну вот я для себя, понимаете, не просто проходил там очищение, с чем я сталкивался в жизни, с тем мне приходилось работать. Редактор, корректор, верстка по вопросам реализации, популярное издание, вот тогда было, да, «Тайм». Бумага такая-то, центр издательства «Единорог», Харьков. А какой же это самое? Тираж. Было издано оригинал макет 23.01.98 года. Заказ такой-то. А сколько, знаете... Кстати, отпечатано с диапозитивом заказчика в издательстве типографии «Таврида», город Симферополь, улица Генерала Васильева, 44. Видите, аж Симферополь печатали. А вот тиража я тут не вижу. Ну, печатали очень хитрые люди, которые все это сделали. Скрыли. Ну, то время было еще такое. Вот, оказывается, вот видите, такая вот книга есть. Лично мне
работа над этой книгой помогла понять самого себя, понять движущие мотивы, как работает сознание, как мы можем с помощью того же мыслительного процесса себя возрождать, лечить, и как мы можем себя разрушать. Вот такие вот вещи. То есть работа не просто была проделана для кого-то, она в первую очередь была проделана для меня самого. И вот, наконец-таки, смотрите, книга, которая была издана в 2005 году, я решил написать, мне 50 лет. Практически, по-моему, весь тираж остался у меня. На такой хорошей бумаге, вот все это такое. Это мои дневники, вот что и как происходило. Тут как раз вот я вспомнил, что в 89-м писалась вот эти вот брошюрка, а в 90-м она уже пошла. И много интересных вещей, то есть сны и прочее. Вот тут и про раннее детство, путь силы, кризис и выбор нового жизненного пути, осмысление и практика оздоровления организма, часть вторая. Вот почему человек оздоравливается сам? Да потому что лично у меня, я прошел через разного рода эти все больницы, врачи, да, они помогали, но все это возвращалось. И тогда, в конце концов, голова включилась. Вот, учеба, учителя, значит, учителя книги, мой собственный опыт, клуб «Бодрость», отношение близких к оздоровлению. И близкие не совсем благоприятно относились к моему оздоровлению. Особенно, когда, знаете, вот не было никаких, как бы сказать, материальных результатов, как-то они думали, ну, наверное, ку-ку. А потом, когда вот это раз, о, какая, ты смотри. Вот, бодрость, 84-й год, 85-й, 10-дневное голодание. Вот как я получал опыт голодания. Вот это все описано. Значит, часть третья и опыт сын ошибок трудных или мои университеты, 86-й год, 18-суточное голодание, время которого слезла эмаль, вернее, после которого, и я притормозился. А то, как Сергей Матвиенко, да, что там голодать, голодаешь, там оно все само. Оказывается, далеко не все само, это очень такой тонкий процесс, который требует понимания в первую очередь. Что это за процесс? Что происходит в организме? Как он на это все реагирует? И дальше выход и так далее, чтобы все это сохранилось. 87-й год, 88-й год. И потом, смотрите, пошла чистка печени, вторая чистка печени, третья чистка печени. Я рассказываю, что, как и вышло. В 88-м году, смотрите, у меня была встреча с Шаталовой. Лично мы беседовали. Вот когда она была, знаете, не просто, а на передаче, вот в каком там году я ее видел, уже на передаче, она ко мне на передачу пришла. Это уже был, ну, старый человек уже. Вот, а тогда это был, ну, это как просто кров с молоком, а знаете, какая-то там это самое. Ядерная энергия была. Вот такое ощущение было. Четвертая чистка печени, пятая чистка печени. Но это еще, по-моему, до того, как Бурева я познакомился. Потом написание трудов. Вот и пошло. 89-й год написание трудов. Заключительное событие 90-го года. 91-й год, 92-й, 93-й, 22-дневное голодание, это как раз 93-й год был. Видите, писались книги, уже они были изданы, уже тиражи шли. А ты еще продолжаешь, потому что пришло понимание, что за ошибки были сделаны, что надо устранить. Ни в коем случае цитрусовые на выходе не используйте, у кого особенно слабая эмаль на зубах, сожрет эмаль. Далее, значит, 94-й год, и в 94-м году уже 27-дневное голодание было, 95-й год. Часть пятая, вот интересная, понимаете, как бы сказать, сначала мы чистим кишечник и все там считаем нормально и прочее. А вот часть пятая,
Незнание законов нравственности не освобождает от их действия. Увы, понимаете, совершенно предстояло освоить новые знания, которые также легли потом дальше в твою собственную копилку совершенства личности и так далее. 96-й год. Жизнь и творчество 96-97-х годов. Рассказ первый из событий этих годов. Рассказ второй из событий 96-97-98-х годов. Интересно. Третий рассказ из событий 98-го года. 99-й, 2000-2002 годы. 40-дневный голод в 2000 году. 2003 год. Далее, вот глава. Индия такая родная, такая далекая. Так я, как бы, ну, в свое время думал попасть в Индию, вот как бы, потому что много знаний из всех книг, из чем я занимался, вот было оттуда. Ну, ничего не получалось. А потом как-то неожиданно только раз все это сложилось, опачки, очутился в Индии. 2004 год. «Привет, странник» или «Дневник попытки перехода на питание праны». То есть у меня было сделано две попытки. Вот это сейчас все эти автотрофы там, ну все эти авто, то, которое без пищи и так далее, так далее, так далее, так далее. Значит, я согласно рекомендациям Джасмухин, такая, по-моему, с Австралии женщина, там якобы она там не ест, и все это там-то такое. Ну, я, значит, попробовал. Очень интересные были вещи, но особенно в первый раз, ну, я оказался не там, где надо. По этим всем, знаете, я должен вот там, а я в другом месте. Ну, и второй раз несколько похуже. Тут и сны были, и все там такое. О, значит, «Привет, странник» или «Дневник попытки перехода на питание праны». Вот чем же эти автотрофы там сейчас занимаются и так далее, и так далее, и так далее. Дело это крайне непростое. И помимо вашего желания должно состояться очень много других вещей. Потому что всего вот в том веке я лично знаю двух людей, которые, ну, официально о них рассказано, которые питались праной. Это Гири Бала из Индии, в прошлом обжора, кстати, и женщина, которая жила, это все можно там найти, жила в фашистской Германии, она тоже там не ела. Но все это с религиозной направленностью и так далее, и так далее. Вместо заключения. Конечно, если все как-то сложится, появится желание описать то, что произошло после 2004 года, тут и есть, знаете, как бы сказать, это все равно как плод зреет. Вот, и вы просто наблюдаете незрелый плод. А когда он созреет, это совершенно другое. И вот он созрел, и вот этот вот период зрелого плода, это, ну, там много интересных вещей произошло. Это в 2006 году и телевидение, и так далее, и так далее, и так далее. Много всего. Заканчивая нашу, так сказать, вот эту беседу, что я хочу сказать. Да, мы сейчас смотрим, тут вот, допустим, и компьютер, на который я потратил кучу денег и много-много чего. Но никто почему-то не хочет понять, не хочет узнать, а я всегда хочу узнать, как это получалось, с чего это начиналось, как продолжалось, какие трудности и так далее, и так далее, и так далее. И вот сейчас я как-то, знаете, ловлю себя на мысли, вот когда я там, у меня такие планы сделать для себя этот травник свой собственный, собрать там все доступные мне травы, которые тут имеются, да, вот и описать их с учетом современных знаний, с учетом древних знаний. То есть это травники придется просмотреть все, пока я там кое-что собрал.
отложил. Переработать, чтобы с учетом древности, с учетом, значит, современных там каких-то всех этих вещей было. Ну и, возможно, дальше написать часть вторая. Мне 70 лет. Это было 50, мне 50, а теперь мне 70. Ну, на этой ноте и закончим. Еще разок поздравляю вас с наступающим Новым годом по восточному календарю. Начинайте, значит, профилактически оздоравливать себя. И мои вот эти книги, знания, которые я собрал, это ж, я все подчеркиваю, хоть я и светоч народной медицины и здорового образа жизни, но это все общечеловеческие знания, которые собраны, обработаны. Рассказано о том, как они работают, и так далее, и так далее. Как их там можно применить. То есть это инструменты, которые надо своевременно применять. Если вы их не своевременно или не тот инструмент применяете, толку особого не будет. Доброго здоровья. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья.